Да. Вашка, у меня к вам такой вопрос. Вот вы сказали, что человек находит счастье в семье, но почему же Господь не всем дает это счастье, то бишь семью? А потому что цель Господня не дать человеку земное счастье, а цель спасти его душу. И поэтому Господь попускает те обстоятельства жизни человеку, которые более спасительны для его души. Поэтому совсем... Где это написано, что Господь сказал, я пришел вам дать счастье? Такого нет. Написано, просите и дастся вам. Да, просите и дастся вам. Потом не мир принес, но меч. Вот что Господь принес. Поэтому совсем нет. И счастье нам не обещано. Обещано нам скорбь. В мире скорбно будете, сказал Господь, мужайтесь, я победил мир. Поэтому с помощью Божией можем преодолеть любые обстоятельства. Но на земле счастлив человек бывает только в семье. Будь ты хоть там трижды президентом, премьер-министром, академиком, художником, если ты в семье несчастлив, ты несчастлив. Все. Вась, ну, один из самых тяжелых крестов, наверное, это одиночество. И многие люди как бы мечтают создать семью. Конечно. Нехорошо быть человеку одному. Нехорошо. Поэтому Господь сотворил жену из Адама ребра, именно чтобы человеку было хорошо. Потому что плохо, и когда тебя никто не любит. Плохо, и когда тебе некого любить. Это же так же. Человек нуждается не в том, чтобы только его любили. Это все нуждаются, все живые существа. Но он еще нуждается, чтобы любить себе подобного. Паш, это все так. Но абы за кого замуж не выйдешь, а может быть требования завышенные. Вот где эта граница, чтобы действительно границу найти? Границу мы нигде не найдем. И всегда тут есть известная доля и риска, и так далее. Но все равно... Над тем, чтобы привести свой брак в гармонию, нужно лет 20 потрудиться. Вот так вот с бухты-барахты это так не бывает. Может быть, тут проблема в том, что многие хотят себя сделать счастливыми, а не другого, потому не дается. Да и в этом тоже. Вот как-то я в каком-то журнале прочел одно интервью. По-моему, журнал «Юность» был в каких-то 70-х годах. Один журналист опрашивал у Грибоедовского ЗАГСа молодые пары. Зачем вы выходите замуж? И 9 девушек сказали, я хочу быть счастливой. А 10-я сказала, я хочу сделать счастливым его. И вот он, потом журналист, наверное, мудрый такой, сказал, что, наверное, только у нее будет счастье. Потому что если есть только эгоизм, только себе, ну а как себе? И из другого человека это достать. Ведь гораздо проще сделать счастливым другого, чем во что бы ни стало получить счастье с него. Это уж как он захочет. А уж ты можешь сделать и надеяться на то, что у него ответная любовь возникнет.